Спортивный праздник, приуроченный ко Дню России, прошел в спортивном комплексе «Варежки» в городском округе Щелково. Там собрались почетные гости – трехкратные чемпионки мира, шестикратные чемпионки Европы и чемпионки России по синхронному плаванию Софья и Антонина Волковы, а также десятикратный рекордсмен мира по плаванию, обладатель трех олимпийских медалей, серебряный призер Олимпийских игр в Барселоне 1992 года и дважды бронзовый медалист Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, заслуженный мастер спорта Дмитрий Волков. Пожаловали спортсмены в коттеджный поселок не просто так, а подготовив для жителей интересное водное шоу специально к празднику. Хотелось подарить праздник. Мы этот номер сделали буквально за 2 дня и вложили в него душу и хотели просто порадовать и призвать девочек и мальчиков заниматься синхронным плаванием. В ближайшем будущем Софья и Антонина Волковы планируют давать уроки по синхронному плаванию в спортивном комплексе «Варежки», чтобы помогать развиваться данному виду спорта в городском округе Щелково. И мы открываем свои группы. Поэтому приглашаем всех желающих на плавание. Мы приглашаем всех желающих. И у нас своя концепция, которую мы долго готовили, свой план тренировок, упражнения, благодаря которому мы планируем развивать синхронное плавание в городе Щелково, чтобы у нас тут тоже была сильная школа, и мы могли представлять спортсменов на чемпионатах Москвы, России и других состязаниях. Программа для всех пришедших гостей действительно была очень насыщенной. Спортсмены провели показательные выступления, мастерски отработав на глазах удивленной публики сложную программу по синхронному плаванию. Интересно то, что вся семья Волковых – спортсмены. По словам Дмитрия Волкова, любовь к плаванию передается у них в семье фактически на генном уровне. Спортсмен пожелал и всем остальным также любить это занятие, ведь оно приносит настоящее удовольствие. Вся наша семья очень спортивная, поэтому действительно генный уровень здесь имеет место. Здоровье, мирного неба, активного образа жизни, счастье находить, радость в движении, в занятии физической культурой и, конечно же, плавать, потому что нет ничего лучше, чем плавание, погружение в эту волшебную среду. После показательного выступления спортсмены провели для всех желающих, как взрослых, так и детей, мастер-класс. Они показали, какие движения и упражнения необходимо уметь выполнять, чтобы уверенно держаться на воде, а также продемонстрировали, какие части тела необходимо и можно развивать с помощью плавания, чтобы держать свой организм в тонусе. В завершении праздника все желающие смогли сфотографироваться с известными спортсменами и взять у них автограф. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.